Друзья, всем привет! Что, собравшись силами, пережив момент того, что у меня видео все удалились, начинаю снимать заново. Короче, момент сборки весь я похерил, получается. То есть сейчас машинка у нас уже, в принципе, собранная. Целиком пока показывать не буду. Сейчас едем на моечку, помою, напомню вам, какая она была, и покажу, какая она стала. Поехали! Да, после всех этих малярных работ в салоне полный пиздесьон. Решил сам не мыть, пусть моют специально обученные люди. Потому что слишком дофига делов, как бы, и на обычной самообслужке, что-то сегодня сделать. Короче, на улице потеплело, сейчас на мойках народу капец просто. Сегодня на самообслужку заезжал, Мазду мыл, там еще более-менее как-то было, там два человека. А здесь сейчас вот 4 машины моются, 2 на улице еще, капец. Ну что делать, будем ждать? Других вариантов нету. Я еще что заметил, пока до мойки ехал, все моменты скрипящие я подтянул, везде там саморезиками, где там чем, где что подложил, чтобы не скрипело. В итоге, короче, сейчас едешь, прям тишина вообще в машине, прям пушка. Да, я после того, как помою, еще обязательно сделаю здесь озонирование, потому что все равно куревом пахнет. Даже несмотря на то, что обивка сидений новая, как бы, все равно запах есть. Видимо, в основном потолок там, да, какие-то еще моменты себя впитали. Вот реально, когда не куришь, как бы, эти запахи прям тебе прям в нос бьют сильно. Сильно замечаешь. Не знаю, ребята, у вас так же или нет, но у меня почему-то постоянно такая ерунда. Вот сейчас стою в очереди, получается, вот я был третьим, да, на улице, который стоял, ждал. Сейчас, получается, 2 машины заехали, как бы, и за мной никто больше не занимает, понимаете, все будет свободно. Сейчас стопудово я заеду, и, как бы, никого больше не будет. Короче, я замечал, это уже не раз такая фигня. Не знаю, почему мне так везет, но как-то так. В принципе, ну все, машинка помыта. Как бы косячки есть там где-то на стеклах, не отшеркало еще. На мойке они не смогли оттереть, как бы сейчас гаражи работаю. Но все же, как бы, могу уже и вам ее представить. Так что встречайте. Сейчас увидите, какая она была и какая она стала. Ну что, скажите же, конфетка получилась. Прям пушечка. Смотрите, какой вид. То, что было и что стало. А сейчас подробнее о проделанной работе. Ну, по поводу покрасов, как бы, вы уже все сами знаете. 14-й диски литые поставил, которые оставались у нас в семерке. В общем, здесь у нас значок Black Edition. Бампер, который играл в спорт с юбочкой. По салону заменены дверные карты. К сожалению, динамиков не нашел, которые бы сюда подошли. Нашел сеточки. Закрыл, чтобы так все страшно это выглядело. Салончик у нас полностью освежен. Полочку нашел хорошую. Прям качественную вообще. Опа. То есть такая прям не самодел, а прям хорошая заводская полка. Динамика, к сожалению, нету, как и магнитолы. Но что поделаешь. Багажники. Полностью все обивочка сделана. Все хорошо. Под капотом также телек, в принципе, уже не выделяется. Те косячки, которые я показывал, я их подмазал. В принципе, ничего куда не бросается сейчас так сильно. Мойку, конечно, сделали так себе, но, в принципе, за 500 рублей пойдет. И то они там еще начали. Ой, такая грязная, мол, типа, мы там с тебя повышающий коэффициент возьмем. Я говорю, да берите, что хотите, мне как бы пофиг. Главное, помойте хорошо. И то вот сейчас на солнце выехал. Ну, не стал, как бы я человек не вредный. За каждую пылинку не буду докапываться. Сейчас в гараже приеду, что там косячки есть, какие убрать. Их как бы уберу. И, в принципе, заодно вытру то, что пропустили они. Сейчас до гаража доеду, обработаю салон озоном, чтобы не было лишних запахов. И потом все полироличек аккуратненько пройдусь, чтобы такой свежестью пахло, как бы. И, в принципе, можно на продажу. Итак, все, долетел до гаража. Поставил озон.
Сейчас покажу, что такое озонирование. Озонирование представляет из себя вот такую вот коробочку, которая включается, там какой-то процесс происходит непонятный. Да, здесь видно, не видно будет. Ну, короче, пахнет как в больничке. Все, запускаем, закрываем машинку. И так она у нас постоит минут 15-20. Вообще по технологии как бы надо включить, чтобы обдув был по салону, все такое. Но в наших машинах как бы тут вообще, если хотя бы какой-то обдув есть, я уж не говорю по салону, и то хорошо как бы. То есть пусть так она пропитывается всеми этими делами. Сейчас я и тачку еще воском протер. Сейчас вообще прям она блестит, как не знаю кто. Сейчас еще смотрю, вот все происходящее около гаража. Здесь как бы ладно, хотя бы сухо. И вот где-то мой гараж. А вот там на площадочке сбоку, чтобы туда пройти тоже, все в грязище. Думаю, машинку ДСВ заказать, что ли, как бы все это засыпать дело. А на остатки там что-нибудь, не знаю, в яму подсыпать. Потому что обувь реально приезжаешь в чистой, как бы домой едешь, как говнодав каких-то ходишь просто. Вообще жесть. В общем, прошло у нас минут 25, наверное. Что-то засиделся я там на Авито. Фу, пахнет реально как в больнице. Все, сейчас выключаем. Обязательно надо все проветрить хорошенько. В общем, обязательно хорошо надо проветрить, чтобы все эти запахи ушли больничные. И останется такой запах, знаете, как, не знаю, какой-то прям чистоты, стерильности. Кстати, что-то сейчас эту дверь дергал. С первого раза не открылась мне почему-то. Пимпочка не поднялась после того, как сигналку закрывал. Блин, ну вот сейчас прям реально на тачку прям приятно смотреть. Прям она вот свежачок. За сколько ставить продавать, даже пока я не знаю. Вот там сижу сейчас, думаю. Блин, ну попробуем по максимуму поставить. Ну, фиг знает. Чтобы было с чего торговаться. По вложениям она вышла в 21 тысячу. Соответственно, вышла нам полностью на 106 тысяч. Так что, в принципе, как бы для зарплаты еще место осталось. Надеюсь, все будет хорошо. Независим, как вот эта чехотка. Хотя она тоже что-то на одном мне Авито висит. И как бы так. Людей просто как бы вообще сильно отбриваю. Всех тех, кто пишет, отсек. Получается, закрыл сообщение, что сообщение писать теперь невозможно. Теперь только разговариваю с реальными людьми, которые звонят. В общем, сейчас салон заливаем всем известной полиролью. Правда, она не глянцевая, она матовая. Но все равно освежит. В общем, все. Начищено, натерто. Красота. В общем, сегодня выставлю за 150 тысяч рублей. Ну и посмотрим, как люди будут звонить. Если не будет никакого спроса, будем опускать ценник. Но пока я не собираюсь, в принципе, дешево продавать. Как бы не к спеху. В общем, такое вот коротенькое видео получилось. В принципе, все, машинка готова. Уезжает на продажу. Спасибо всем, кто смотрел. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.